Это съемка на фронтальную камеру, стоковое приложение, 1080p, 30 кадров, и это максимум, на что способна именно эта программа. Сейчас переключусь на Джука. Тут ситуация уже получше, тут уже 1080p, 60 кадров, но 4K уже, то есть все еще не видать. Странно, ведь матрица вроде как на 32 мегапикселя, а для 4K хватает 12.